И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг в Академии телесно-ориентированных практик. Специальный мануальный массаж спины. И, естественно, в спину входит плечо-лопаточная зона. Вот сейчас мы как раз будем обрабатывать плечо и лопатку. Значит, как мы закончили предыдущие техники локтевые были, да, вот напоминаю. Довели до конца, прохрустели с реберными сочленениями. Захватываем плечо и мягко рука вот вытягивает трапециевидную мышцу на нас вверх. А вторая, которая была вот здесь, да, она ее догоняет. Так, сейчас маслица не хватает чуть-чуть. Она ее догоняет, растрясая и разминая трапециевидную мышцу. И вот мы ее придавили и растянули верхнюю часть трапециевидной мышцы. Трапециевидная мышца вот отсюда идет и вот до сюда. Тут волокна идут вверх, тут волокна идут вниз. Здесь такой сухожильный ромб образуется. Значит, раздавили и переходим к непосредственно плечу. Для этого нам надо поднять локоть вот сюда. Эта рука управляет локтем, да, то есть мы будем раздвигать, растягивая верхние пучки трапециевидной мышцы, растягивая эти пучки, опускать вниз, там поднимать вверх, ну, то есть управляем ее, да. А эта рука у нас рабочая, рабочий инструмент. Значит, поднимаем плечо и массируем передний пучок дельтовидных мышц, да, он идет вот туда, к грудным клеткам, грудной клетке и малую грудную мышцу, которая также крепится вот здесь. Она вот сюда идет. Вот плечо. То есть мы подняли его вот так получается. Опа. Вот размяли. И теперь, уперевшись в плечо, в плечевую кость именно, здесь в нижний уголок лопатки, растягиваем лопаточку в эту сторону и в противоположную. Тянем, так тянем. Не быстро. Растягивающие такие движения. Если нам надо открыть побольше лопатку, у некоторых она так прям прилипшая к спине, да, то подвигаем поближе руку к телу. Не, сама ничего не делай. И вот вниз. Вот видите, как она сразу открылась. И теперь вот локально начинаем. Опять с наших процессов, которые мы писали на доске. Сначала растирание, потом проминание такое, более глубокое, кулачковое проминание шестеренкой. Круглые мышцы не забываем. И переходим, мягко рука ложится на локтевые техники. Опять то же самое, что было, да, мы проходим малый круг по маленькой спирали, да, с надавливанием на реберно-поперечное сочленение. Здесь раздвигаем трапециевидную мышцу на растяжение, с растяжением вот с таким. А второй проход делаем под лопатку, то есть отодвигаем лопатку. Это делаем локтем. Раз, два, три, четыре. Растянули. И под лопатку. Растянули лопатку. Можно продавить, используя плечо как рычаг. То есть поднимаем вот плечо, да, и проминаем. Так вот разминаем. Можно взяться, соответственно, за локоть, можно мягче взяться за плечо сверху. Только не вот так вот беремся, да, иначе просто будет больно, да. Мягенько ладошку такую подкладываем. Так можно подложить. И разминаем всю грудную клетку. Далее такая протяжка. Большим пальцем внутрь. То есть до этого мы делали всегда вот так вот было, да? Теперь он пожестче, как бы выпирающий, да, кулачок. И мы таким образом еще и шею чуть раздвигаем. Вот. Растираем ее. После этого переходим к точкам. Прижимаем точки между ушами перпендикулярно в тело.
Первая точка, где крепится ключица с акромиальным отростком. Вот прям такая вот эта ямочка. Потом подойдите, посмотрите. Потом посередине вот этого отрезка, вот здесь получается. Так, про ту точку не буду рассказывать. И по уголку лопатки. Вот сам уголок лопатки, там такой хрящик, да? Под углом получается в нее, вот под таким углом. И по вот этой стороне лопатки, перпендикулярно в лопатку, вот туда. Дальше мышцы почти не идут, поэтому там проминаем несколько по-другому. Вот просто демонстрирую, сильно давить не буду. Провибрировали. А здесь мы об палец разминаем лопатку. То есть движение об наш палец. Ну, соответственно, здесь тоже вот об руку. То есть мы лопатку двигали, да? Об нашу руку ее массировали. Ну, точек очень много, да, но у нас нет смысла китайщину это изучать, да, там их они во много рядов идут. Сейчас нам не для этого массаж делается. Так, и теперь по вот этим мышцам, которые тут снизу вверх поднимаются диагонально, да, потом вот так опускается трапеция, мы кулачком вибрируем вдоль них. Соответственно, здесь снизу вверх, чуть углом меньше сделали, под прямым углом к позвоночнику, сверху протянули, расслабили, уводим всю кровь теперь в лимфоузлам, подмышку и вот туда. Ну, кстати, не забывайте, что трапециевидные мышцы, они вот отсюда еще заворачиваются и крепятся к ключице. Они идут, тоже все перевернуто, вот они идут, к примеру, до сюда, почти до середины ключицы. Вот так вот ложатся. То есть еще вот туда тоже там промассировали. И теперь переходим к непосредственно мануальной правке. Освобождаем локоток. Он лежит. Как куриное крылышко вот можно изобразить. Поднимаем его вот так вот. Если под локоть подняли, да, то продавливаем вот эти нижнюю часть ребер под лопаткой. Если надо выше, да, то поднимаем за плечо, вот прям раскрыли человека, да. Если надо непосредственно позвонки грудные, да, передние, первые грудные позвонки, первый, второй, там, третий, да, то можно давить прямо в них. Для этого можно дополнительно расширить вот это вот место, да, видите, еще больше растянули. Ну, смотрите, первое, это мы в ребра даем, раз, два, рука сползает вверх, три, четыре, вот уже там что-то и щелкнуло, да. При этом обратите внимание, что плечо должно быть вниз направлено. Не поднимаем вот так плечо, а плечо вниз. И теперь вот эти позвонки. Ну, я просто продемонстрирую, я не буду давить, да. Вот уже прям в них можно давить, хвостистые позвонки под боковым сбоку, да. Давление идет не просто перпендикулярно, да, а с декомпрессией вверх. Либо ладонью, основанием ладони, да, либо кулаком, ой, локтем. Соответственно, одновременно руки работают друг против друга, как рычаг. Понимаете? Все, укладываем человека на место. Ну и, соответственно, если мы заканчиваем массаж спины, да, то нам нужно вернуться обратно. Тут уже возвращаемся движениями в обратную сторону, как бы кровь мы все время гнали вверх, 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 да. Теперь чуть-чуть ее, чтобы давление не повышалось, чуть понизим, гоним вниз. Наша работа с декомпрессией в данном случае уже закончилась. Мы дальше перейдем к шее. А здесь теперь раздвигаем межреберные промежутки. Ребра примерно вот толщиной с пальца, да, и между ними расстояние тоже как палец примерно, да. Поэтому очень удобно наши пальцы туда ложатся. И вот с такой с вибрацией, с такой тряской мы раздвигаем между ними, ну, ребрышки, да. Между ними тоже находятся мышцы. И избавляем таким образом человека от межреберной невралгии. Можно сделать лапу леопарда, но я обычно делаю, пальцы выходят одни в другие. Вводим лимфу вот сюда и заканчиваем
постукиваниями, похлопываниями и встряской. Встряска делается так. Вы прилепляете руку к большим группам мышц, да, и как бы не трясете, да, а тянете, тянете с такой с вибрацией. Протянули с вибрацией. Вот так вот. Протянули с вибрацией. Все. Либо массаж закончен. Но у нас обычно голова, от головы до ягодиц, включается в массаж спины, поэтому будет следующий сет, будет следующий ролик о том, как делать специальный мануальный массаж шеи с декомпрессией, входит череп, уши и так далее. Поэтому не отключайтесь от нас, смотрите дальше. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, дорогие друзья!